Всем привет! Наконец-то я добралась до своей коллекции и начинаем инвентаризацию моей коллекции. Запасики мы уже посчитали с вами. Теперь коллекция. Ну, начну я с Украины. Во-первых, это моя родина. Ну, а во-вторых, коробочка с украинским мылом стояла ближе всех. Итак, Украина. Ну, у нас два таких больших мыловаренных завода. Это мыловаренные традиции. Гранд Шарме, Бавари. И, ну, Гранд Шарме это туалетное мыло, да. И, и также Шарм, Гранд Шарм. И хозяйственные Новакс, Бавари. Ну, в общем, много у них линеек. И слобожанский мыловар. Это Шики, Паше, Бьянка. В общем, буду показывать. Так, коллекционирую я Шик, слобожанский мыловар. Гранд Шармы я не коллекционирую. Они у меня идут в запасах, потому что мыловаренные традиции, они плохо хранятся. Они мыло прогоркает и, в общем, оно очень плохо хранится. Хотя мыло... Ну, есть достойные. Это, например, Тиама крема. Мне очень нравится линейка. А Шики более-менее хранятся хорошо. Ну, поехали. Начну я, давайте, с вот таких вот Шиков. Это крем-мыло. Это очень тоже хорошая линеечка. Очень удачная. Практически не слышно основы. И очень классные ароматы. Так, это у нас айва и масло риса. Это ракушки такие красивенькие. Вот такие вот. Ну, мыло беленькое. Обычное. Красивенько, удобненькие брусочки. Классно пахнет. Ароматы у них основа такая кремовая. Ну и плюс-минус такие свеженькие ароматы. Ой, зацепила немножечко. Так. Сейчас я никак не настрою камеру, чтобы побольше влезла, потому что мыла много. Хочется показать. Так, есть. Так, это же линейка. Крем-мыло, зеленый чай и лотос. Ну, брусочки везде одинаковые. Вот такие обычные беленькие ракушки. Останавливаться надолго не буду на каждом брусочке и рассказывать ароматы. Кому интересно, можете найти у меня. Ой, предыдущих видео. Давно-давно-давно. Есть обзоры шиковские. Там уже посмотрите детальнее. Так, это у нас что? Оливковое масло и алоэ вера. Вот такой вот. Линеечка такая довольно-таки у них огромная. Это у нас масло миндаля и макадамии. И протеины шелка. Вот так. Тоже интересные ароматы. Но ароматы все классные. Но пока открыто. Ну, мыльцы довольно-таки 20-19 года. Но лежит хорошо. Лежит хорошо. Аромат свой не потеряла. Прогорклости нету. Пока лежит. Вот эта линеечка у меня как бы фаворитах вшит в слобожанского миловара. Ну, нектар, конечно, я не считаю. И вот такие вот две новиночки. Ну, это, скажем так, не новиночки, это просто поменяли упаковочку. Это тоже, тоже крем-мыло, только теперь здесь было Шик крем-мыло, да? Здесь Шик Делюкс. Так, это оливковое масло и алоэ вера. Вот оно. Где у нас? Вот оно такое. Сюда его. И протеины шелка. Брусочки такие же точно. Вот та же ракушка. Беленькая. Ничего не поменялось.
Ароматы тоже одинаковые. Ну, можно, в принципе, для сравнения. Не хочется, конечно, открывать, но сейчас так немножечко через упаковку слышно. Такой травкой зелененькой, свеженькой. Ну да. Ну, это лежит же еще мылка, но уже аромат немножко. Уже не так пахнет, уже искажается. Так, это оливка у нас сюда. И протеины шелка. Протеины шелка это у нас вот. Вот такие вот. Это вот месяц где-то они у нас появились в продаже, эти мылка. Ну, буду еще смотреть, может появится упаковочка, поменяется и в остальных. Пока есть только два. Так, далее. Вот такое вот паше. Магнолия. Это очень красивые жемчужные, такие перламутровые брусочки. Очень красивые. Классные. Они просто сногсшибательно пахнут. Цветочный такой классный аромат. Очень вкусный. Очень классный. Так, сюда. Далее. Паше Мимоза. Вот то паше, которое в слюде. Там двухсторонний такой. С одной стороны желтый, с одной стороны белый. Там или роза, или, ну, в общем, те как-то не. Ну, а это такое мылка, конечно, люкс. Это классное. Очень вкусно пахнет. Цветочный такой аромат. И паше Орхидейка. Красивый тоже. Красивый такой сиреневый, перламутровый, красивый брусочек. Ой, очень вкусный такой сладенький парфюмчик. И немножко, знаете, чем-то даже фруктово-ягодным сладеньким таким отдает. Ну, не орхидейка, а такое что-то вкусненькое, такое ягодное, фруктовенькое. Так, теперь нектарчики. Ну, это тоже мылка очень классная. Ну, в принципе, в обзорах тоже видели, да? Это брусочки вот такого вот размера, вот такой структуры. Так, это у нас обалденно пахнут, очень вкусные. Так, это у нас что? Это у нас голубика, да, наверное, и скажите, как мне называется вот этот, блин, айва, наверное, да, или не айва, да, айва, черника и айва, голубика, тоже дурная моя голова. Так, черника и айва, вот это такой вот, это у нас авокадо, абрикос. Это обалденные брусочки, очень вкусно пахнут, но очень классно пенятся. Но они иногда бывают, вот где соединяются разные цвета, они разваливаются. Так, это у нас помело и мангостин. Это вообще пахнет лимонадом. Очень вкусный. И гранат, и малина. Вкусно. Но здесь гранат и малина как-то не очень ягодно пахнет, а здесь такой, знаете, больше, ну, сладкий такой, ну, не знаю, даже не малина. Вот ягодный, но не гранат, не малина. Вот такой вот аромат, ну, интересный. Так, это я сюда сейчас так вот сдвину. Так, потом вот такие вот шики мне очень нравятся. Кстати, очень хорошо лежат. Это дыня. 21-й год. Хорошо лежат. Они не плачут, они не потеют. Вот такие глицериночки. Очень вкусно пахнет дынькой. Ничего лишнего. Нету ни основы, ничего лишнего. Просто очень вкусная дынька. Также такой еще есть арбузик. Тоже очень хорошо лежит. И такой еще есть
виноград. Классный тоже кусочек. Очень тоже вкусно пахнет. Ой, очень вкусно пахнет сладким, черным таким, знаете, винным виноградом. Сладким-сладким, таким аж приторным. Очень вкусно. Вот такие вот паше гламурчики. Классные полосатики. Это у нас клубничный шейк. Вот такие вот брусочки. Обычные тоже. Миленькие, полосатенькие. Вкусно пахнет ягодкой. Это такие малышики. Тоже лежат хорошо. Очень хорошо хранятся. Это у нас виноградный мусс. Вот такой вот кусочек. Далее у нас апельсиновые дольки. Одно время они пропали. У нас продавались, было много. Я как-то их в коллекцию и не клала, а думаю, ну, буду пользоваться. А потом хоп, и пропали. И в коллекции нету, и использовала. А потом появились, так я сразу же их и прикупила. Так, арбузный мармелад. И лаймовый пудинг. Очень вкусные. Классные вкусные ароматы. Такие фруктовые. Кисло-сладенькие. Очень вкусные. Так, далее. Вот такой вот еще крем-мылошик. Магнолия и протеины шелка. Это тоже упаковочка изменилась. В старой упаковке, в старом виде. У меня есть в запасах они когда-нибудь. Ну, может быть, буду брать в использование. И это тоже поменяли упаковочку. Ну, тоже вот такая вот. Ну, вкусненько пахнет. Сладенько. Сладенько пахнет цветочный такой приторный аромат. Так, это у нас что? Это морские минералы и франжипан. Даже не морские минералы, наверное, морская соль. Сейчас скажу вам точно. Да, морские минералы. Морские минералы и франжипан. И еще такой вот брусочек. Это у нас кокосовое молочко и лайм. Но это пахнет гвоздикой. Специи гвоздикой. Нету здесь ни молочка, ни лайма. Оно пахнет гвоздикой. Вот такие вот тоже оставила в коллекцию, тоже неплохо лежат, 140 граммовки, Chic Fresh яблочко, косметическое мыло, красивые очень тоже такие брусочки зелененькие, пахнет яблочком, вкусненько, тоже пока основы не слышно, ну, оно пока сухое, ее может быть и не слышно, бываешь, размыливаешь, потом проявляется. Chic Tonus лимон с этой же линеечки. Здесь желтенький тоже красивенький такой брусочек. Chic Soft Jasmine. Вот здесь беленький. Пахнет жасминчиком. Вкусненько, кстати, пахнет. Жасмин, в принципе, это не мой аромат, но пахнет вкусно. И роза. Тоже 140 граммовочка. Это вот такая вот линеечка. Это роза. Роза пахнет, кстати, классно. Красивый цвет брусочка. Он такой ярко-ярко прям насыщенный. Вот такой вот. И очень вкусно пахнет розой. Прям такой кислый. Кислая роза. Не сладкая, не ядреная, такая не приторная. Вот именно с кислинкой. И вот такие вот новиночки. Вот такие вот тоже. Немножко идет закос под Италию. Так, это у меня закрытые. Это у нас крем-мыло, яблоко и сандал. С ароматом яблока и сандала. Ну, да, есть такой отдушка такая немножко, как даже, знаете, табачная, что ли. Ну, прикольненько пахнет. Так, это у нас линейка Chic Renaissance. Здесь у нас Chic Renaissance
оливка с легкой, сейчас прочитаю, так написано мелко, тонкие ароматы ланги-ланга и оливка. Иланги-ланги и оливка. Сейчас интересно, я уже не помню, как он. Ну, брусочки тоже интересненькие такие. Они удобные. Ну, аромат такой. Ну, довольно-таки интересный. Есть нотка иланги-ланга. Не ярко, конечно, выражена, но немножечко есть. И роза. Так, это у нас брусочки по 140 грамм тоже идут. Здесь 140 грамм, так прям такой вот внушительный кругляшек. А здесь 140 грамм такой, хоп, плоскенький. Так, здесь у нас что? Это у нас дымный аромат розы и ваниль. Роза и ваниль. Ну, тоже такой, ничего, прикольненький. Есть аромат розы и сладенькая ваниль тоже. Ну, далеко-далеко, я не скажу, что прям вау-ях ее слышно, но далеко-далеко ее слышно. Happy Life тоже из последних. Это у нас мак и гвоздика. Ну, мака здесь не слышно близко, здесь гвоздика забивает все на свете. Вот такой вот брусочек нюдовый. Ой, не, ну здесь гвоздика и все, она перебивает и забивает все. Не слышно здесь мака от слова совсем. Лаванда и прополис. Тоже Happy Life линеечка. Ну, брусочек закрытый. Ну, лавандой пахнет. И это у нас что? Хлопок и конопля. Тоже брусочек закрытый, но пахнет зеленой ботвой пахнет. Интересный такой аромат, прикольный. Тоже такие нормальный. И вот такие вот тоже новенькая бьянка. Это у нас гранат и ваниль. Но здесь бьянка, у них здесь табачный такой прям аромат. Сейчас оно закрытое. Вот такая вот бьянка. Ну, ну, здесь табачный больше аромат. Бьянка у них же, у Слобожанского, она вообще считается как детское мыло. Вот. Ну, а здесь не написано, что это детское. Ну, и аромат такой довольно-таки, не скажу я, что детский. Такой сладкий, сладкий табачный. Здесь у нас волшебная флора. Плюс парфюм. Брусочек закрытый, но пахнет. Ну, тоже такие, знаете, вот есть такие нотки, как у итальянского мыла. Такие ядрененькие, приторные. Довольно такие резкие. Резкие. Это что у меня сегодня все падает? И бьянка, герань и удовое дерево. Тоже брусочек закрытый. Вот, ну, тоже пахнет. Тоже сладким таким, приторным. Ну, герань. Не знаю, не герань, но такой сладкий-сладкий парфюм, приторный. Но зато, кто любит экономить, то вот это вот мыло Бьянка, оно смыливается, я не знаю, это просто экономно. Сказать экономно, это ничего не сказать. Его мылишь, оно на одном месте. Смыливается очень экономно. Не быстро, это точно. Так, это то, что у меня коллекция шиковская лежит. И теперь я еще покажу вам одну мылку украинское. Производитель Marigold. Это ароматы мира. Здесь 10 брусочков, 10 стран, 10 ароматов. А, вот такой вот Женева. Ну, в общем, друзья, перед тем, как показывать, я, конечно же, все пересмотрела, она прогорклась на сохранность. Открывать сейчас не буду, просто покажу обычные вот такие вот беленькие брусочки. Ну, у ароматов мира у них что-то беленькое, что-то такое нюдовое немножко. В общем, ну, в основном брусочки беленькие.
Здесь очень классно пахнет, но здесь тоже такие аромат, как тоже не жасмин, а вот такие, знаете, белые, белые, белые цветы. Ну, ароматы классные, ароматы действительно такие вот, скажем, достойные. Классные. Так, Женева. Куда же мне его складывать? Ну, попробуем вот так вот. А, далее Лондон по 150 грамм брусочки. Тоже. Ну, мыло парфюмированное. Ох, мыло вообще обалденное. Пахнет очень классно. Лондон. Далее Париж. Дубай. Очень красивое оформление, тоже упаковка классная. Ой, ну это прям восток-восток. Милан. Вот такой вот классный. Свежий такой цветочный аромат. Так, Нью-Йорк. Вот такой прекрасный. Классный. Они все вот эти мылки, они все по-своему пахнут классно. Сингапур. Очень красиво. Вот это вот Дубай, Сингапур. Красивые. Такой темный. Ой, ну здесь прям бархатный аромат. Бархатный такой, вечерний, классный. Киев. Ага, где же мне его складывать? Ну, буду вот так вот. Его не так уже. Осталось еще два брусочка. Гренландия. Ой, здесь пахнет мужским парфюмом. Мужской больше. И Бора-Бора. Здесь такие сладкие такие экзотические фрукты. Вот такая вот у меня коллекция небольшая украинского мыла. В основном я его покупаю в запасы, пользуюсь, а в коллекцию боюсь. Шик еще более-менее лежит, а вот мыловаренные традиции, они прогоркают, они портятся. В общем, они в запасах. Ну, в общем, начало есть. Первое видео сняла, добралась до коллекции. В общем, будем считать дальше. Всем спасибо. Я знаю, что говорили, что ждете, девочки, моей коллекции, когда мы запасы еще смотрели. Ну вот, наконец-то появилось у меня время. В общем, будем снимать дальше. Спасибо за ваши комментарии, спасибо за ваши лайки, за ваши просмотры. Всех вас люблю. Пока-пока. До новых встреч. Счастливо.